Всем привет! Вы на канале Семьи Поддубных. Да. И сегодня нас подпросили подписчики снять видео, такой обзор наших формочек. И мы сегодня будем кушать мороженое и снимем заодно вам обзор. Да. Значит, детки у нас... Любите мороженое? Да. И Марк его так любит, что кушает и зимой, и летом. Да. И готовит его практически сам, да? Фруктовое Марк делает сам, а творожное мы ему помогаем. Значит, сейчас я сделаю мороженое и потом немножко расскажу про формочки. Вот. Они вот так между собой крепятся. Паточка, цетаби. Значит, вот так формочку мы вставляем в горячую воду. Немножко подержать нужно. Так, сильно долго не нужно, потому что оно может потом... О, все идеально. Видите, какое оно такое идеальной формы, такое красивое? На! Это у нас мороженое из творога со сливками и с медом. Так, а вот это? Да. Вот это будет Марку. У нас на канале есть видео, где мы делаем еще сливочное мороженое. Такой классический пломбир, можно сказать. Но его делать чуть-чуть дольше. Поэтому обычно самое популярное у нас или творожное, или фруктовое. Так. О, все, вынимается. Вот, Марка чуть-чуть перегрели, уже видно. Немножко потекло. Так, все. Теперь я покажу еще фруктовое наше мороженое. О, все. Видите, какое красивенькое такое. Идеальное, да? Да-да. Тату будет, да? Да. Так, и теперь обзорчик снимаем. Расскажу вам про формочку. Значит, я не знаю, какой это фирмы формочка, потому что на ней ничего не написано, просто вот купили в таком хозяйственном магазине. Можно заказать через интернет. Значит, у нас было 3 формочки, и наша знакомая, наша подруга, она тоже как бы увлеклась и нашла в интернете, заказала тоже еще себе, и... Потом еще нам 3 штучки подарила. Так что у нас уже 6 штучек. Ну, вот так вот открываются. Чем удобно, что вот здесь есть вот эта штучка, такая бордюрчик. И когда мороженое начинает таять, оно не выливается. А домашнее мороженое обычно тает быстрее, поэтому очень удобно. И размер хороший. То есть такой хорошая пачка мороженого получается. Значит, есть еще такая фирма Tescoma, известная, по-моему, итальянская или какая-то такая. И я хотела потом еще купить их формочки. И смотрела их через интернет. И мне они внешне понравились, но когда я их увидела вживую, во-первых, они где-то в 2 раза дороже, может, даже больше. И они меньше по размеру. То есть они вот пачка где-то вот такая. То есть я все-таки передумала их брать. Может, качество пластика там неплохое, исполнение, в принципе, ничего так. Но через интернет смотрится красиво и неплохо. А когда видишь вживую, то эти мне больше понравились. Так что рекомендую такие формочки. Вот они вот так между собой крепятся. И можно в морозилку вот так ставить. Так что очень удобно. И я бы хотела еще заказать, ну просто я не нашла нигде, цилиндричные формочки. Для такой типа как эскимо. Ну, если вдруг кто-то из наших зрителей сможет мне подсказать, где такую взять, купить, то я с удовольствием бы купила. Так, и еще вот мы придумали тоже, значит... Вот такой детский творожок продается. И мы заморозили здесь тоже мороженое сделали.
размер очень даже неплохой, форма неплохая. Так что если у вас нету формочки, можно из подручных средств. А палочку я сохранила из магазинного мороженого. Сейчас разморозим. Ай, Марточка. И посмотрим, что у нас получится. Опа! Да. Вот такое мороженое. Ну, вполне неплохое. Мини, мини. Таби, таби. Так, а это прячем, да? Ну, так вот рассказали, так что готовьте мороженое. Особенно полезное мороженое из творога. Детки с удовольствием кушают творог в таком варианте. Так что приятного аппетита. Вкусное мороженое? Угу. Мне. Тебе подобается, да? Да. Ням-ням. Да. Спасибо, что подписываетесь на наш канал. Всем пока! Пока! Пока!